Затащил. И что лежит у нас? Какой-то артефакт для левой руки. Какой-то солидный гримуарчик. Вместо щита его берем, потому что, ну, господи, к защите. А лучше он 4 к духу, и у меня маны уже 200. Тебе это может полезнее, быть. Да. Да, ты представляешь, 200 маны могу теперь накапливать. Начать. Полна. Вообще полна. Это инквизиторы. Волчьи. Да. Волчьи инквизиторы? Так и называются, ну, что ли? Это... Они стрелки, кстати? Это в этого замка, ага. как они называются, Альянс Света. Слушай, ну они на вид такие слабенькие. Ну, правда, стрелки. Но слабенькие. Но стрелки. Я их даже... На них даже не охота... А, ну хотя у них, по-моему, фигня, которая ману восстанавливает. Так что можно и жахнуть. А, это улучшенный юнит, кстати. Улучшенный? Да. Ничего себе. Давай, огонечек. Убей одного. Не убил. Ну ладно. Он отвечает? А, это его ход был. Он отвечает на стрелковые атаки. Это прикольно, слушай. Прям прикольно, не, серьезно. Вообще красавчик. Так. Закрыть и бонус плюс один к магии. На следующих. Вот так, медстопы. Сначала за нее походить. Напасть на мятежных наездников. На василисках. На ящерицах. Да. Неплохой василиск, кстати. Слушай, это похоже... Возможно, даже улучшенный, потому что у него какой-то крашеный василиск. Ах ты, василиск крашеный. Так, и далеко ли он будет наездничать? Нет, это не улучшенный, это обычный. Улучшенный, улучшенный в броне. А, ну ладно. Не то, чтобы я особо надеялся. Так, ну просто бить по морде. В любой непонятной ситуации. Бей Василиску по морду. Вот почему на маленькой аватарке джинны выглядят как какие-то жирные создания? Потому что... Вести о вашей победе на севере разнеслись. То есть теперь и... О, задание какое-то выполнено. Нифига себе. Я не знал, что задание какое-то выполняю. Нейтральная армия, низкая угроза. Ну давай нападем. О, он там внизу ракшасы. Ракшасы прям? Ракшасы. Вау. Это серьезно должно быть. Ну, это твои юниты, так что можешь их подобрать, наверное. Ну, я надеюсь, потому что они крутые. Да, я понимаю. Я надеюсь, потому что они реально крутые ребята. Блин, эти ребята ходят первыми. И что, долетают, что ли? Ничего себе. Сейчас вот до мага долетит ведь. Маг, давай, это видим, ну, ответочкой. Так, ни одного не убиваю. Сколько у них здоровья? Соточка. Если... Нет, да че я выпендриваюсь? Надо просто бить стрелой. Так вот, которого из них? Вот этого. Так. Отсюда побольше. Одна джиниха померла. Нет. Нет. Нет, правда неприятно. Их всего 3 было. Если бы он сейчас вторую убил, я бы вообще не знаю, что сделал. Да. Неприятно было бы. Знаешь, что мне не нравится? То, что мне не сразу показывают потери, а какой-то счетчик непонятный бегает. Mm-hmm, да. Неудобно. Да. Ждать что-то, пока мне там покажут, что я потерял. Я хочу увидеть и забыть. Мне нужно ждать. Там палка какая-то красная. Это да, ракшасы. Нет, это просто декор. Окей. Ракшасы присоединятся сейчас, ты понимаешь? Круть. Нет, ты понимаешь, они присоединятся.
Мне кажется, ты не понимаешь. Нет, я понимаю, они присоединятся, окей. Это же звери просто, ракшасы. Но мы их еще не пробовали, мы не знаем, может они стрёмные. Ну я, может, и не хотел бы пробовать ракшасы. Так, мне кажется, проще выбить гарнизон, короче, и пройти напрямик. Хотя нет, наверное, не буду. Мне все равно сейчас бежать сюда, подождать, пока та откроет мне теперь. Угу. Короче, поэтому я как бы не особо спешу и побегу так вот. Вдруг этот гарнизон мне еще пригодится. Ну да. Вряд ли, конечно, но мало ли. Так, тут больше... О, подожди, как это я здесь пропустил? Вход в подземелье? Окей, давайте-ка тогда все осмотрим сначала. И здесь у тебя не был. Там еще грифоны всякие. И всякие сначала сокровища, вот этих, золото, бриллианты. Будем потихоньку сверху вниз двигаться. Атаковать их нафиг. Ракшасы. 5 ракшасов, а. А, арбалетчики. Ах вы, дрянные мальчишки. Представляешь, все эти 4 скачал Twitch. Молодец. Весь? Наверное. Он пишет, что Twitch настолько простой, что за 2 минуты я его скачал, зарегался и нашел лемминга. Круто. За 2 минуты скачал Twitch. Это ж какой интернет должен, на какой скорости? Так, вот хочется, честно говоря, опробовать ракшасов в бою. Он на планшете. Ну, да, конечно, понятно, что приложить. Дело про приложить, что речь о приложении. А я думала, с компа, думаю, что скачал Twitch, как вообще? Простите. Наркоман, что ли? Простите, чё-то я туплю. Так, а теперь маги такие, раз, а потом ракшасы. О, маги еще раз сделают, раз. Давай стрим еще полчасика будет. А теперь ракшасы. Оп, так, все готов. Ухайдокал его. Да. Ухайдочил просто нафиг. Так, эти стоять. Эти ждать. Давайте, подходить к ракшасам. Бащ. Ракшасы. Давай. Ракшасы взять. Псики ему. Слушай, они мощные, реально. У них дамаг прям высокий дамаг. Они красавцы. Но мне, правда, их и выдали сразу 5 штук. Они такие. Это тоже довольно-таки круто. Насколько я понимаю, что это лежит такое. Они же элитные существа. Вот главное, знаешь, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть, вернули куль ресурсов. Ну, ладно, окей. Но нафиг их переименовывать-то при этом еще было? Ну, вернули бы полностью в старые все, чтобы, ну, чтобы как-то... Нет. В этом какая-то логика была. Нет, нельзя вот так. Какая нельзя разница? Так их просто. Все равно 150 миллионов. Какая разница, я не называются? Понимаю, зачем столько ресурсов? Дерево, камень, кристаллы, какая-то хрень, какая-то оранжевая хрень, еще какая-то хрень. Много хрени всякой. Плюс к защите. Вероятность первая того, хрень, что нейтральные армии захотят. Первая, оранжевая и третья. Слушай, а тут какой-то барьер. Мне в подземный мир придется спускаться. Ну, в любом случае, сначала этих выбьют. Сундуки у них такие аппетитные. Секспой. Секспой, да. Начать. Кто-то интересный в этом бою мне. Так. Атаковать. Грифоны. О, грифоны и прокачанный грифон. Вау, я уж думал, долетят. Ну, тут им придется встретиться с ракшасами. Вот им придется прям встретиться с ракшасами. Я чувствую просто, что... Я прям чувствую, как они встречаются с ракшасами. Или не встречаются? Нет, они не встретятся с ракшасами. Простите. С ракшасами встретятся обычные. Они наверняка доживут. Не, это не буду говорить. Ого, видишь, 7-10 просто как с куста. Они крутые. Просто как не в коня корм.
просто, знаешь, это фигачат. Не, мощные, серьезно, мощные ребята. Крутые. Так. Отлично, все. А теперь. А теперь сундуки, сундуки. Подожди, а может золото? Хотя не, у меня золото, походу, идет. У меня золото 0 в день, но почему-то оно мне поступает. Фиг знает. Почему-то. Может, тебе замок суживает? Да. Не знаю. Так, что мне взять? Я думаю, что нужно взять мудрость воды. Мне нравится вариант мудрости воды. Давай, слушай, давай откроем героя, и вот мне бы понять. Ну это ладно, это урон героя. К лидерству, длительность. Так, как бы мне понять какую-то специализацию? Ну понятно, это специализация героя, судя по всему. Ой, все равно не понимаю. Ладно, потом как-нибудь разберусь, может быть. Так, здесь мне никак не открыть, потому что это такая же синяя фигня. Мне ну только в подземный мир идти. Совершенно очевидно, только в подземный мир. Ну, через сундучок. Так, тут подойдем. Путь в подземный мир лежит через сундучок. Налида, подобно песчаной буре, поспешила такие мрачные Мало, подземелья. Чтобы добыть подземелистые. Цветок пустыни. А это кто такой Налида вообще? Я знала, что Боря в этих пещерах похоронен маг Хаким. Известный своей это же легендарное существо. Если цветок здесь... О, боже. Нет, не легендарный. Нет, не легендарный, это обычный голем. Да, это не колосс. Точно. Это колосс реально, как увеличенный голем. Ну, по крайней мере, выглядит. Такой, типа, короче, голем, который хорошо кушал. Да, голем он обычный. Окей. Сложность низкая. Начать бы. Так. Но с другой стороны, хорошо, прикинь, ты бы с колоссами фигачился. Ну, это было бы сейчас, я думаю, очень неприятно для меня. Вот прям очень неприятно. Ракшасы. Давайте, ракшасы, вперед. Еще вперед. На бой с големами. Спешат ракшасы. Давайте пятерочку. Так. Да, кстати, вот идея взять элемент или еще на деньги неплохая, мне кажется. Как ты считаешь, Марин? На сдачу? Да, да. У меня довольно много денег, что бы мне на них не купить элементы. Да. Но ты их возьмешь два, потому что они по 3,5 стоят за штуку. Ну, возьму два, но тоже неплохо. Так-то. Слушай, ну он ракшас просто разматывает големов, короче. А сколько у него здоровья? Ну, здоровье 130. Ну, как бы не сказать, что прям овер дофига, но так довольно много. Так. И ракшасы заканчивают бой. Великая победа. Где-то в какой-то игре было такое, знаешь, после каждого боя писали «Великая победа». Не так. Помню, наверное, не играла. Возможно. О, нейтральная армия, которая хочет ко мне присоединиться? Нежить? Личи, реально? А мораль армии не упадет? Не знаю. Вот не знаю. Так, я, наверное, знаешь что, я, наверное, возьму... Ух ты, и тут еще живые есть. Я, наверное, возьму огненных, потому что стрелки. Хотя вот эти тоже стрелки, как бы, но у меня уже один огненный есть, поэтому... А, они еще и ресурса стоят! Ну ничего себе, вот это наглость. Вот
Так, ну я могу тогда взять двух элементалей воды, которые тоже стрелки. Либо одного огненного и одного там, я не знаю, каменного. Ну, каменный мне вообще как-то, честно говоря, ни к силу, ни к городу. Возьму пока одного этого и одного воды. Вот, может, мне еще все-таки ресурсы зайдут эти. Ну, хотя, ну, тут вообще просто только денег. Ну, ладно, пофигу. Так, и идем атаковать волчар. Как я так не заметил их, а? А тут брать личей. Но они слились с местностью. А, личи просят 3300. Атаковать их за эту вольность. 350. Нифига, я не буду им платить. Я не плачу личам. Всяким. Не знаю, что он сказал. Дайте 350. 350. Ты не смотрел South Park, что ли? Я не помню такого. Когда пацаны пришли к шефу, а там у него это его отец с матерью. Ага. И они давай рассказывать про такую, увидели. А Лох Несс такое чудовище, оно у них попросило 3.50. Отлично. Потому что была целая серия рассказов, потом говорит, открываю дверь, а там стоит девочка, Girl Scout, продает печенье. Я спрашиваю, сколько стоит это печенье? Она мне говорит, 3.50. Пошло вон отсюда мерзкое чудовище. Я не дам тебе 3.50. Я должен посмотреть эту серию. Да, по-моему, четвертый вроде сезон или третий. Ну какой-то из старых, очевидно, раз с шефом. То ли четвертый, то ли третий, там серия про суккуба. Про суккуба. Ты помнишь эту серию? Нет, я не помню старый сезон. Ай-яй-яй. Все, сейчас я добью это лича. 3.50. Что-то за личей, кстати, не так-то много опыта дали, на самом деле. Но они тут держали но сундуки. Но они просто уже мертвые, понимаешь? А, да, логично. Они тут держали сундуки, и я сейчас на этих сундуках наварюсь. Все, новый левел. Так, и что мы ей возьмем-то, а? Левел ап. Магическая, да, талант к магии. Сила воздействия метамагии на показатель магии героя. Ну что-то, наверное, это все-таки хорошее. Надо брать. Если предлагают. Ну да, наверное, все-таки это что-то хорошее, реально. Я думаю, что, знаешь, я не то что думаю, я надеюсь, что мне напишут, что нам с тобой в комментах напишут. Что за такое метамагия? И как она, и как она влияет? Вот это реально, я просто действительно это не понимаю, но это же важное что-то. И главное, нигде не объяснено нифига. Вот что стрёмно. Вроде как-то ожидаешь, что начинаешь играть в компанию, тебя всему научат, а что-то ничего не учат ничему. Не френдли как-то. Ходишь как дурак, ничего не понимаешь, что происходит. Качаешь что-то себе что-то там качаешь. Как большой прям. Притворяешься большим. А на самом деле как дитё просто малое. Давай голем. Голем. Давай второй тоже. Давай. Вот хитроман, да? Мне чтобы поближе подойти. К Ракшасу под удар. Стесняется. Слушай, а вот этим интересно, он... О, шваркнет двоих. Отлично. Бащ. Неплохо. Так, по морде просто дадим. Я вот даже джинами полечу. В бой. Ничего себе. Да, я дерзкий. Давайте, големы, нападайте на ракшасов. Чё вы? Деритесь, как мужики. Может, со спины! Ты видела, а? Со спины напал! Вообще, как чмо. Так, я что-то тут... Так, берем эту хреновину. Вот сюда можно пройти? Сюда нельзя пройти. Можно только назад вернуться. Ну ладно, я, в общем-то, так и планировал. Так, все, поинты... Атаковать позорных волков, я сказал. Так, начать бой. Ну давайте. Ну давайте. Ой, какая-то... А, не, наоборот, большая. Ну, как-то непонятно. Сейчас увидим. Они в ошейниках? Чьи-то? Так.
Ну, герцогство волка, очевидно. А, наверное. У них же нет грифонов, у них же волки. Так, сейчас джины. Ну ладно, джины пусть подождут. Огненные, давайте убьем вот этих ребят. Пусть весь джин подождет. Да. Что-то хитрят, а? Вот что-то хитрятся, хитрят, что-то вымучивают. Самый умный, наверное. Вообще. Давай плевалка еще раз. Давай. Волки, нападайте. Будьте как мужики. Ну, не стесняются просто. Нефиг стесняться. Я же не укушу сильно. Давай. Давай. Сейчас отдача ее. Так. Все готово. Так. И берем эту штуку на следующий ход. Хотя нет, на этот ход. И вот к этой штуке. Вот эту штуку к этой штуке. Вот эту штуку. А потом вон той штукой по вот этой штуке в ту штуку. И вставить в ту штуку. Главное, штуки не перепутать. Да-да-да, это очень важно. Так, элементали. Ой, они бы хотели присоединиться. Ну, наверняка задорого. Я уверен, что они хотели присоединиться за деньги. Я уверен, что я не просто так, короче, напал на них и прогадил элементали. Я уверен, все так и было. Да. Я буду настаивать на этой версии. Так. Ракшасы, давайте. Вся надежда на вас, ракшасы. Мятежные элементали. Что, они мощные? Не, ну это вообще нормально. Ну ладно. Вроде не так критично. Давай. Раз. Сколько у тебя? 25. А он на сколько бьет? На 15? Не, он бьет на больше. Тогда стоять, не отсвечивать, а ракшасам убивать. Закрыть. Так, и книжица, которая даст мне новые заклинания. Вихрь, огненный шар. И вот у нее, главное, призыв элементали. Не, ну ты видела, а? Призыв элементали ей выдали. Ну так ничем. Не, ну... Главное, знаешь, что на самом деле? Вот чтобы когда они соединятся уже как-то где-то на карте, чтобы можно было сюда... Быстрый бой, короче. Все, без потерь. Фу, а я волновался. Просто давно хотел попробовать. Так, все, ходы кончились. Големы. Нет, тут... Хотя давай попробуем. Потеря? Нет потерь, я... Ай, джина одного потерял. Вот придурок. Сам виноват. Так, и... Ой. Ой-ой-ой. Загадочный рычаг. Памятная доска. Ой, блин, пазл, ты прикинь. И чё? Недостаточно очков перемещения, зашибись. Кто-то помнит молодым, кто-то старым знает. Смелость придаю одним, страх другим внушаю. Чё? Не знаю. И чё это вот сейчас было? А, наверное, мне нужно в правильной последовательности, короче. В правильной последовательности нажать рычаги. Но вопрос в том, а какова правильная последовательность? Видимо, нужно будет правильно составить стихотворение.
Хорошо, ладно, хорошо. Мне кажется, это загадка. Ну, наверное. Кажется, надо найти ответ на нее. Отгадка. Нужно найти отгадку на эту загадку. Загадку. Хорошо. Опять они салютуют себе на лоб огненным плевком. Ну, как умеют, так и радуются. Так, ладно. Кто... Ну, значит, короче, первый рычаг нет, очевидно. Так, ну давай проверять следующий. Здесь покоится Хаким из Азхара, ученик Сар-Иссы. Хаким любил головоломки. Эту он сочинил напоследок, прежде чем отправиться к Асхе. Вот паразит. Ну, мне кажется, этот рычаг первый должен быть. О! Правильно угадал. Так. Это его последняя головоломка. Быть может, вам удастся найти разгадку. Запомните, Хаким, он всегда преклонялся перед порядком. Перед Нет, порядком, неправильно. Значит. Хорошо, это не второй рычаг. Так. Бывает. Все ошибаются. Почему обороняться нельзя по-быстрому? Ой, а тут их больше стало. Хорошо. У, огненный шар. У, призыв элемента ли? Че, призовем кого-нибудь? Клево. Ну че, я неплохой рыб призвал. Кого-нибудь хорошенького. Ну, я четверых призвал, там вообще нормальные ребята. Пацаны вообще ребята. А, у меня один джин, что же я делаю это? Так, Ракшас, побежали. Что-то джинам как-то не очень. Я думаю, они просто не привыкли к такому обращению. Возможно. Мне неохота терять последнюю джиниху. Я просто... Я что-то даже как-то и слиться-то не могу никуда. А вообще-то я могу. Я такой, бах, сейчас, и големы умерли. Ну ничего себе. О, левелап. Отлично. Так, чё бы взять? Метамагию или магию воды, может, вкачать? Давайте это вкачаем. Так, я так думаю, что нужно заново вот этот рычаг брать. Ага, всё, вот он активировался. Теперь сохраняемся, берём... Ладно, почитаем, что здесь. Так, на меня не накричать, не спугнуть словами, за тобой я слежу вечными глазами. О боже мой. Ну давай сохранимся. Жуть какая. Блин, не то. Ну, посмотрим. Больно ли мощная мне армия противостоит? Во-хо-хо-хо-хо! F9. О, вот это вот и есть колоссы. Хотите загрузить файл? Определенно. Нельзя допускать. Ну я уже знаю последовательность, как бы. Ну не факт на самом деле, но по крайней мере я знаю, где я был неправ. Вот. И я не хочу повторять этой ошибки. Это очень больно. Там, прикинь, их по 4 в каждой, и у каждого по 500 здоровья. Отлично. Ну, это не, это перебор. Не-не-не. Я с этим сражаться не хочу. Ну, это вот ж это колоссы. Че, опять что-то? Это Во, ж, это ж правильно. Существа. Еще раз. Они ходят легенды. Об правильно. Их легендарности слагают легенды. И последний. Об их легендарности, говоришь, слагают легенды? Да. Отлично. Так. Что-то я не...
Я и думаю, тупик же вроде. Ой-ой-ой. Нифига себе, а чё так вот без предупреждения-то? Без объявления войны взял и напал. Да ко мне как бы, ну, мне полюбас с ним воевать. Ну, просто мне не нравится, что он такой раз и просто напал на меня. Там не познакомился, ну, там да. Букет на конфетный период. О, поговорить чуть-чуть. Джанго. Мелкозумный. Почти Джанго. Да. Скоро Шахибдия падет, и самоцвет теперь у нас. Никак не пойму, что ты там лопочешь. Она дерзкая. Маги ловят тени, а Малато теперь. Я, говорит, не пойму, что ты там лопочешь. На своем басарманском. Ну, говори по-человечески. Вот и нет. Слеза дракона даст нам силу, и Дженго отомстит. Джанго, Джанго мстить. Вы умрете здесь. Вы умрете здесь. Ой, он умеет в магию. Так, окей. Ах ты дрянь такая! Ты погляди на него. Не, ну ты погляди только на. Я, короче, хочу призвать элементали прям сюда, чтобы сразу заблокировать двух стрелков. Так, и убить сейчас вот это вот ракшасами. Вот это вот все сейчас убить ракшасами. Ибо нефиг вообще. Ну да, реально, ибо нефиг. Давайте вот этих сейчас мы атакуем. Оп! Все. На элементали-то пофигу как бы. Подождите. А чё это я вот эту дрянь атаковать не мог? Почему мои стрелки никого не атаковали? Я не понял сейчас. Может, на них дебаф какой-то повесили? Вот возможно. Незаметно. Или на тех какой-то баф повесили. Такой, который не позволяет по ним. Отпрыгнул? Это как это так вообще? Увернулся. Это как это? Чё, так можно было, что ли? Верный момент. Контрзаклинание. Прочитал. Чё? Сколько? Они чё, вообще что ли ватные? Кто? Он у меня магов просто покромсал. Пошел ты. Ну, магия. Блин, не а я ведь мог кривитная. Раньше магией воспользоваться. И магов, блин. Блин, надо будет переиграть этот бой, если будет такая возможность. Там всегда я что-то залошил. Нет, но мне кажется, не всегда. Это будет сюжетный бой. Тем более, здесь-то на меня напали, понимаешь? У тебя есть сейф, если что. Справедливо. Чё радуетесь? Вас убили четверых. Во, повторить бой. Чё радуетесь? Вообще. Ну ладно, как бы. Джинов я потеряю, это ладно. Ты смирился с мыслью о том, что... Ну там, ну чё, один джин. Отрезанный ломать. Без шансов, да. Хотя они могут сейчас пальнуть, короче, не в джинов, и всё тогда будет. Они, походу, реально не в джинов решили. Не в джинов. Ну, окей. Это как бы ок, это я... Это да, это... Блин, да вы чё гоните, что ли? Опять магов? Ну за что такие мучения моим магам-то? Ну, потому что они маги, кровенькие, да. Все дела. Поэтому Ракшасы. Все хотят им навалить. Ракшасы. Так, у нас теперь элемент от земли. Бьются. Так, заатаковать. А вот раз, кстати, плевалка атаковала. Удивительно. Да. Блин, а я что-то не мог. Я не так. Мог использовать магию на самом деле. Это все еще первый ход был. Полюбас я теряю их. Вот отстой. Не, на самом деле, конечно, я бы мог там их типа переместить, но это вообще будет израд кошачий, поэтому я не буду это делать. Тут уже, мне кажется, знаешь, к развязке идет. Поэтому не будем выпендриваться так. Черт. А не, норм. Так. И все, готов. Он еще опыт получил, ты погляди, а?
паразит. Орк сбежал, но цветок пустыни у нас. Да. Я принесу его Фахади и предупрежу об опасности. Цветок пустыни. Отлично, я принесу его Фахади. Так, реликвия. Это шея, цветок пустыни. Вешается на шею. 5000 опыта. Ты дыщ. Так. Вот, отлично. Так, и теперь сюда. Там что-то было про кокосы. Бананы кокоса? Угу. Апельсиновый рай? Конечно. Алтарь Шаласы. Вот, все. Вот этот алтарь позволяет открыть эти хреновины. Так, заплатить ли им? Отмена, пошли они нафиг. И что, здесь магический зверинец. Ууу, шантарийских титанов. Тогда атаковать их. Атаковать их тогда нафиг всех полностью. Маги, так чё вылезли-то, блин? Сидите, не отсвечивайте. Полезли, понимаешь, полезли. Больно смелые стали. Можно сразу подумать, блин, самые бессмертные тут. Ну. Так, эти все равно не добегают, так что давайте ракшасы. Бежим атаковать. Что-то маги мне уже не кажутся такими уж крутыми. Это не дохлые какие-то. Ну что-то да, вообще ватно. Как тебе в целом за башню играть? Ну пока непонятно, потому что мне же, видишь, даже замка не давали нифига. Ну юниты прикольно, ракшасы мощные. Первые стрелки, ну, как бы, вблизи ничего. Маги вот очень ватные, вообще прям ватные. Вот это как-то не радует. И хотелось бы, конечно, всех посмотреть. О, у нее, походу, максимальный уровень для этого сценария. Так, что ж мы возьмем тогда? Автомобиль. Так, фортуна и управление временем. Ну давай после боя пусть вас восстанавливают. Почему нет, господи? Так. А, так это самому нанимать надо. А, давай наймем одного. Так, это я взял и выход. И вот тут-то мы можем с ней объединиться. Воссоединиться, я бы сказал. Невозможно добраться, то есть все-таки это другой алтарь какой-то. Окей. Таинственный склеп. Так. Разведчики доказали, что неподалеку от города разбили лагерь оставшиеся в живых войны. Так, давайте-ка откроем. Посмотрим. Слушай, ну тут еще воевать да воевать, судя по всему. Поэтому давай, не знаю, может завершим на сегодня, как считаешь? Да, давай и сейчас закончим в следующий раз. Да. Все, только вот. Давай сундучок все-таки. Сундучок надо. Стопэ, куда пошла? А золото? Я думал, золото подобрала, коза. Ай-яй-яй. Она же либеральная. Чё? Ей не нужно все это. Опять подгадил, что ли? Че, не пройти, что ли? Господи. Она уже не может брать опыт. Представляешь? Она такая. Уже не опыт, уже не власть. Она такая, мне кажется, мне уже хватит опыта. Да, хватит опыта на эту миссию. Хватит. Ну ладно, судя по всему, действительно, на этом уже все. Тут есть какой-то. Ощутите такой. Ощутите. Подождите-ка. Интересная какая штука. Ну ладно, неважно. На этом сегодня завершим. Продолжим как-нибудь в следующий раз, потому что охота все-таки поиграть, получше ознакомиться, да, со всем этим делом. Всем спасибо, ребят, и до свидания. Пока.